Присылают троллейбусы, и я показываю аргентинской стране, и мне говорят: Александра, а мы тут заказывали другого цвета. Уже все покрашено, я думаю, что делать? Я говорю: вы знаете, может, неправильно свет упал на троллейбус? Может, он другого цвета? Ему все было хорошо, все состоялось. Эти троллейбусы поплыли. Из России в Аргентину? Из России в Аргентину. Троллейбус никак не может ходить вовнутрь контейнера, потому что они идут на платформах. Почему? Потому что троллейбусы намного больше, чем сама платформа. Они едут под открытым небом и все остальное. Мы приехали сюда, растаможка. Где мотор? Аргентина у меня спрашивает. А я говорю: какой мотор? Ничего нет, они же электрические. Это второй анекдот. Был 12, был контракт еще на 6, но поскольку...